готовится, и все состоится в любом случае. Это импровизация. Привет! У нас в гостях рекордсмен по приходам к нас, самый ржачный человек из всех, самый темный Сережа из всех, которых я знаю. Мигель! Ну вот он! Здорово! Здорово! Привет! 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 Это небольшой кастинг. Кастинг! Ты показал, покажи. Почему? Да. Смотри, пацаны. А как так? Ты неправильно делаешь. Да. Это было давно. Паш, ты еще и не знаешь, как это делать. Да нет. Да. Он делал П. Он... Вот я хотел показать команду Мигеля, она вот так показывает. Я вот так. Сначала вот это так. Это метро. А потом просто... Потом решил так. Это, вход в метро. Вход в метро. Кольцевая. Ребята, да. Мигель был в первом выпуске. Да. А сколько лет прошло? Не знаю, 6 лет уже прошло. 6 лет. Мигель, как изменилась твоя жизнь за эти 6 лет? Слушай, ну на самом деле, блин, практически никак. Но начал меньше танцевать. Вот сейчас начал заново танцевать, а так прям совсем как-то. С чем это связано? Не знаю, что-то вдруг захотелось и понял, что почему бы в 40 не начать танцевать. Послушай, у меня же есть туловище. Да, типа, туловище, я могу им пользоваться. Вот и начал где танцевать. Где танцуешь? В фротанцах у себя. Можем начинать? Давай. Хорошо. Заставку давай. Все, понеслась. У нас в гостях Мигель. Мы играем в импровизацию, которая называется «Бумеранг». Смотри, что будет в этой импровизации. Ты выходишь в центр нашей невероятной пустодельни. Новые слова. И делаешь какую-то позу из знаменитого приложения «Бумеранг». Что-то повторяешь, что-то одно и то же делаешь, повторяешь. Ребята подходят, шутят. Я в конце говорю «не то», и ты меняешь позу. Ну, короче, пока они не нашутят, ты стоишь и дергаешься в этой позе. Поехали, бумеранг! Тут с движениями проблем не будет. Итак, зацикленное движение. Ну, не знаю. Молодой человек, а у нас девочек пробовать нельзя, только смотреть. Что это так? Выбирает он. Мигель, ну так нельзя, ты даже танцуешь спустя рукава. Арсений. Девочка замерзла, возьми спичку. Сынок, да. Вот знаменитая школа про танцы с знаменитым хореографом Мигелем. Хочешь учиться на него танцевать? 100 тысяч в месяц. Да я такие движения сам знаю. Ну, не так же. Так повтори. Во-во. Да что тут повторять, блин? Не получается. Давайте. Я три раза запутался. Другую. Все. Все уже? Все. Другую, да. Все. Мигель, ну вставай. Вставай. Вставай, Мигель. Вставай. Мигель, ну сплю я еще, сплю. Ну сплю. О, прикол! Капитан попугая пытается с плеча согнать. Пацаны, да он живой. Да я говорю, что... Вы в последней очереди. Следующий бумеранг. Любой. Опа.
тёлки. Лен. Лена, это он с нами Он флиртует или просто дурак? Что он делает? Я не понимаю. Шастун, как можно было вместо «флиртует» сказать «фильтрует», да? Так я фильтрую. Это он с это нами просто... Мы просто уже выпили, пойдем, Лен. Слышь, регулировщик странный, я хрен пойму. Куда ехать, вправо или влево? По кольцу. Сереженька, а ты бабушкины таблетки не видел? Нет, бабуль. Иди, спи. А он же уже просто начал танцевать. Да когда остановить меня уже? Можно следующую. Следующую? Любую, да. О. Да-да, девчонок сейчас бы нам, девчонок бы нам. Свет, ну что ты по старинке? Я ж тебе стиральную машинку купил. Ну. Роза, я думал, мы просто поплывем с корабля. Ну что ты остановился? Медленно. Давай, делаю. Давай. Не-не, сыночек, не так. Ниже, ниже. Молодец. Тише, хватит, стоп. Получайте 9,5% годовых по накопительному Альфа-счету. Самая высокая ставка в России. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Это импровизация, это Мигель. Импровизация называется «Собеседование». Ты устраиваешься на работу в некую фирму. Ты придешь не один. С тобой придет человек, который за тебя будет просить. О, люблю таких. Который будет помогать тебе устроиться в эту компанию. Итак, участвуют Антон Шастун, Дмитрий Позов и Мигель. И Мигель. Парим! Итак, внимание, это строительная компания, ты директор строительной компании, Мигель протеже, Антон договаривается. Поехали. Да. Анатолий Иванович. Здравствуйте, Анатолий Иванович, вот и мы пришли. Вот привел мальчика, как и говорил. Привел мальчика на работу хорошего. Заходи, присаживайся, присаживайся. Заходи, Анатолий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Здравствуйте. Ну что ж, вот мы пришли. Мы давно говорили, что придем. Вот мы и пришли, собственно, мальчик. Ну, вы начальник, как бы собеседуете человека. Я тут просто буквально, ну просто... Сергей Михайлович. Да-да. Ну, мальчик интересный. Мальчик интересный. Я это сразу говорил, что мальчик интересный. Вы говорили, он ваш тезка Сергей. Сергей. Сергей? Сергей. Сергей, Сергей, Сергей. И кем хочет работать Сергей? Сергей у нас рассчитывает на должность? А, строитель? Строитель? Фирма-то строительная! Мы кем хотим? Строителем! Сергей Михайлович. Вот, хорошо, что мы в больницу врачом не пришли устраиваться. Сергей Михайлович. Да-да-да. Пошушукаемся. Пошушукаемся. Ну, строители, мужики простые. Ну? Ну, они удивятся. Ну, что они удивятся? Ну, удивятся. Анатолий Иванович, ничему они не удивятся. Между прочим, Сергей хороший специалист. Лучше всего у Сергея получается рассказывать. Малярные работы. Малярные работы. Знаете, как он красит? Вижу. Нет. Анатолий Иванович, вы предвзяты, мне кажется. Ладно, очень, ладно, ладно, очень, ладно. Очень, да. Ладно, мы компания большая, нам всегда работнички нужны. Да. Угу. Тест. Тест. Давайте тест. Вы знаете, у меня специальный психологический тест. Психологический тест, Анатолий Ну-ка Иванович. Выберите одну касочку. От того, какого цвета выберете, потом скажу результат. Выбирайте, выбирайте. Синенькую. Синенькая. До свидания. Что до свидания? В чем смысл теста? Что это такое? Ну, это необычно. Что необычно? Я костюм синенькую. Сергей Михайлович, дайте мальчику синюю касочку. Конечно, дам синюю касочку.
Сергей сам сделает, пожалуйста. Ну вы посмотрите, а? Вот такой строитель. Ох! Такой строитель в каждой фирме требуется. Ладно, строители у нас полный штат. Да. Но на другие должности работнички нужны. Хорошо, Сергей еще прекрасно умеет... Сергей, скажи. Да я на строителя. Сереж, тут нельзя так. Ну, надо сказать, что ты еще умеешь? Помимо малярного и строительного, ты же мне рассказывал. Скажи, ты же еще прекрасно... Шить умею. Он шьет очень хорошо. Вам не нужен дом из папье-маше? Очень хорошо шьет человек. Шить не надо. Что надо? Секретарь мне нужен. Секретарь! Секретарь, отлично. Что входит в должность секретаря? Отвечать на звоночки. Отвечать на звоночки. Давайте попробуем. Давайте попробуем. А, Сергей, пожалуйста. Да зачем мне к секретарем-то? Сейчас, секунду. Мы перебирать будем. Подождите, подождите. Кем ты хочешь быть? Так, строителем. Строителем? Хочу. Строитель. Ладно, строителем. Ну, давайте вот просто, ну, вдруг строителю тоже позвонят. Вдруг строителю позвонят. Мне нужен секретарь. Секретарь, хорошо. А звонок, он как-то позвонит сам? Да, да, да. Вы чего ждете? Что сам позвонит? Вот. А, вот что мне никто не звонит. Ладно. Ладно. Все, ладно, мы... Самопрезентация – это самое главное. Конечно. Сергей в строительстве, помимо того, что он маляр, он отучился... Где вы отучились, Сергей, скажите? Московский институт культуры. Московский институт культуры строительства, не договаривает Сергей. Культура строительства – не майна вира, блядь, а будьте добры на меня, камни. Вот такой. Понимаете? Вот. А Сергей у нас вообще-то узкой специализации. Он помимо того, что маляр, он еще и... Режиссер. Режиссер. Он режиссер стройки. Понимаете, нужно же срежиссировать, кто куда идет. Вот строители. Строитель. Уберите телефон, все равно он не звонит. Ага, да, убираю. Вот строители. Давайте, постройте их необычно. Сергей, надо построить необычно, вы же режиссер. Это опять тест. Как результат, на вас... результат сообщу. Подождите, потом. Сергей, как на вас интересно каска сидит. Можно так? Вот так. Так, ну, здесь смотрите. Пожалуйста, Е2, Е4 идет первый строитель. Пожалуйста, вот. Пожалуйста. Смотрите, как хорошо. Пожалуйста. Ну, правда красиво. Ну, правда красиво. Не знаю зачем, но красиво. Ладно, все. Сергей рассчитывает на зарплату. Сколько ты хочешь получать? Ну, сколько? Ну, навскидку. Ну, сколько? Ну, три. Сколько? Секунду. Три что? Тысячи. А, тысячи? Я ж не изверг какой-то, не рубляш. Три тысячи чего? Резонный вопрос. Три тысячи чего? Рублей? Мы где? Нет, нет, нет. Смотрите. Сколько? ДП, Дмитрий Позов, строительная компания. Дмитрий Позов – это владелец, вы, Анатолий Иванович, просто директор, ваш отец. Три в день нормально. Три в день нормально. Три тысячи в день? Да. Чего нет? А сколько это на 30, если умножить? Сейчас Сергей у нас так умножает. 90 тысяч. 90 тысяч. Ну, достаточно, да. Нас нет, 30. 30. 3.30? 3.30 в день? 3.33 в день? 33. Не путайте меня! Сергей хочет работать по графику. Какому графику ты хочешь работать? Два и выходные. Два и выходные. Можно как-то из недели один день выпиздить? Можете как-то? Два и выходные. Два и выходные. Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье. А пятница у нас где? А пятница нам не нужна. В пятницу Сергей обычно... Я, да, домой еду. Он домой едет. Он живет в этом, как его, Липецк. Поняли? Он едет оттуда в Москву всю пятницу. Сергей Михайлович, ну не могу. Ну как не можешь? Ну какой-то он вялый. Ну, Анатолий Иванович, ну какой вялый? Ну какой-то, ну пободрее надо быть. Ну как пободрее? Ну вот я не знаю, как-то пободрее. Ну посмотрите на него. Послушайте, он может быть руководителем. У него знаете, какой командный голос? Нет, ну чуть ниже вас. Вашим замом, например. Так, он может отдавать команды, например. Ну давайте попробуем. Ну вот, например, давайте, Сергей я есть... подчиненный. Давайте. Вот, пожалуйста, отдайте ему любую команду. Любую команду. Да, вот я бухой в пятницу... А что я с ним? Ну, вялый, Ну, подождите. Анатолий Иванович, подождите, дайте время. Вы так вообще резко голос не повышайте. Мы пугливые. Сергей. Он пьяный. Он пьяный. Ты пьяный. Пьяный. Уволен. Уволен. Вот, понял, уволен. Ну, командный голос у человека. А что вы за него так? Может, вы будете? Я сам сказал. Он сам сказал это. Я за ним вообще ничего не повторяю. Скажи, что угодно. Вообще ничего. Вообще ничего не повторяю. Он абсолютно самостоятельный человек. Очень. Очень. Ладно. Все. Тест на стрессоустойчивость. На стрессоустойчивость. Мы два строителя. Мы два строителя. Ты наезжаешь на него.
Я должен наезжать на него? Да, за секунду до драки. Угу. Почему так плохо работаем? Дайте время ему, дайте какое-то время, он должен... Почему так плохо работаем? Мы, наверное, в следующий раз придем, Анатолий Иванович. Стрессоустойчивый же. Вот! Вот, конечно! Молодец, я не сразу сообразил, что ты имеешь в виду. Стрессоустойчивый же, я на него кричу, ему, ну, плевать абсолютно. Можешь сильнее кричать. Конечно, смотрите, я могу. Давай. Почему не работаем? Ни глаз не дернулся, видели? Еще сильнее можешь. Ну, давай работай! Вообще, смотрите, смотрит на меня, как стеклышко. Это-то да. Ну? Ну, боюсь, поебал он получит, конечно. Да как он его получит? Он стоит глазками хлопает. Анатолий Иванович, ну, у вас, послушайте... Хорошо, ладно. На самом деле, мы должны признаться. Серег, надо признаться. Чего? Что, поебало получить? Нет, 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 нет. В этом никогда не признавайся. Надо признаться в другом. На самом деле, мы не только в вашу фирму пришли устраиваться. Да. Да. У нас есть еще выбрать. Мы еще, между прочим, ходили на собеседование в... Скажи. А, в «Ромашку». В «Ромашку». Ваши главные конкуренты. Цветочная компания. «Ромашка». И если вы нас не возьмете, мы... Цветочная, строительная. Строительная. Мы строим дома... Вот эти два. Вот эти, да, да, с желтой серединой. Да, меня бесит, что в этом моем жилом комплексе... Посередине. Вот эти два дома «Ромашка» строит. Да. Так что, если вы нас не возьмете, мы уйдем в «Ромашку», да, Серег? Да, и построим все. Вот все, и все, и построим все вот это, и вот это в «Ромашке». Но подожди. И вот там. Но подожди. Ну что? Ну, давайте, ну что мы тоже... Хорошо, если мы... Вы давайте, если мы вас... вы давайте! Все, Анатолий, это мои любимые работники, если... я им фигурки сделал. Если мы вас не убедили, последнее, что вас точно убедит. Смотрите. Ой. Идеальное знание теории. Этот тип здания называется... Квадратный. 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 Но он же не квадратный. Он квадратный. Он не квадратный. Он квадратный. Прямоугольный, окей. Прямоугольный, ладно, тоже докопался. Хорошо. В этом здании сколько этажей, Сергей? Много. Много. То есть более одного. Так четыре. Так четыре. Так, да, вы его как держите-то? В смысле, вот ну так? Ну это же дом! Но ну я же не строю вот такие дома! Почему? Надо строить такие! Не знаю. Есть вход. Вот. Это огромный подъезд. Там вход. Да, это одноквартирный дом. Хороший. Тусовка там. Тусовка. Дом сразу с тусовкой изготовлен. Слушайте, а в этом что-то есть? Ну? Может, у нас так будет все выглядеть? Конечно. Почему нет? Ну вот, пожалуйста, дом. Да, и один дом в другой помещал. Дом в один, когда так... Остановите это, пожалуйста. Получайте 9,5% годовых по накопительному альфа-счету. Самая высокая ставка в России. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Ой, у нас в гостях Мигель. У-у-у! Импровизация. Выбор. Давай. Так, расскажу. Сейчас ребята будут разыгрывать сцену, о которой пока они еще не догадываются, потому что мы ее придумаем. В процессе у наших актеришков будут появляться какие-то сюжетные повороты. У наших актеришков и Арсения будут появляться какие-то сюжетные повороты. И тебе нужно просто будет выбирать, куда сюжет пойдет. Мы их будем останавливать и решать, куда дальше двинется сюжет. О, отлично. Понятно? Участвует Шастун Попов. Опа! Слушай, ты и хореограф, и танцовщик, да? Ну, типа. Да. На основе чего может произойти конфликт между хореографом и танцором? Ой. Из-за чего могут? Да вот... из-за чего угодно, на самом деле. Это же репетиция, творческий процесс, все что угодно может произойти. Не понравился материал танцовщику, то, что дает хореограф. Не понравился то, что делает танцовщик хореографу. А хореограф выбирает танцовщика и через 3 репетиции понимает, что это вообще не то, надо менять, а менять уже отлично. Некуда. Отлично. Все, супер. Через 3 дня после репетиции хореограф понимает, что танцовщик вообще не тянет. Ага. Вот такая ситуация. То есть кто из нас, Паш? Да, давай, ты хореограф, получается, ты танцовщик. Не, можно наоборот. Можно наоборот. Ты хореограф, Арсений, у меня ничего не получается. Я понял, все нормально, все как в жизни. При этом ты стараешься и очень хочешь эту работу, потому что это деньги. Да. А ты очень хочешь уволить его, очень. Поехали.
Скажите мне, Емельян... Откуда у меня такое имя? Что вам сказать? Простите, простите, простите. Вы сегодня опоздали. Евгений Павлович. Вы сказали, что дома все выучите. Евгений Павлович. И что вот это такое? Ну, я репетировал. Это, ну, мое движение. Мюзикл кошки. Стоп. Арсений продолжает злиться или вдруг неожиданно начинает извиняться? Это я должен ответить? Второй вариант — извиняться. Извиняться? Да. Да. Ради бога, извини. Я же говорил. Я говорил, когда вот это вот ваша кошка и появляется котяра, а? Вот это будет ход. Емельян Андреевич, все время забываю, от кого вы к нам пришли. Конечно, Евгений Павлович. Слушайте, да. Давайте уже покажите мне финал. Финал. Что мы делаем в финале? А так и есть. Так, стоп. Арсений покажет финал или категорически откажется? Категорически откажется. А это секрет. Какой секрет? А это секрет. Ну, у нас же постановка, что мы делаем? Импровизационная постановка. Все артисты кардебалета после вот этого вот вдруг сделают то, что сделаете вы. Любое ваше движение... Стоп. Антон все поймет или продолжит жестко тупить? Очень поймет. Очень поймет. Все понятно. Тогда в конце просто все делают вот так вот. Так, да. Это легко пока. Пока. Нет, стопу надо развернуть к зрительному залу. Очень хорошо. Вот так. Вот стоп. Они усложнят свою позу или очень сильно усложнят свою позу? Очень сильно усложнят свою позу. Очень сильно. А после этого мы берем за пяточку себя, вот, и начинаем. Емельян Андреевич. Да. Я вам должен признаться. У меня проблема, Евгений Павлович. Ну все, прекратите. Что? Я на вашем месте хотел бы знать, что я здесь по блату, а не за талант. Ну, в смысле, вы здесь по блату, а не за талант. Ну такая фигура... Стоп. А Шастун встанет с колен или будет продолжать... Только на колени. Или будет продолжать до конца импровизации ходить на колени. Да, да, да. Все, на колени к шесту. Я понимаю, что я по блату... Ну, Евгений Павлович, подождите. Я понимаю, что я по блату. Ну, послушайте, ну, я на самом деле очень хочу этим заниматься. Я очень хочу этим заниматься. Емельян Андреевич. Ну, да. Ну, смотрите, мы можем с вами все-таки как-то подтянуть, чтобы вы не опозорились перед зрителями. Научите меня, я говорю. Знаете, движение руками. Легкие, да. Как будто бы мы играем на арфе. Играем на арфе. Да, как будто мы же кошки. Как будто бы вот на хозяйке лежим и на груди делаем вот так. Антон решит быть благородным и самому уйти из проекта или будет настаивать нахально остаться? Второе. Я остаюсь. Хоть до этого я и не говорил, что я ухожу, но я вам заявляю, что я остаюсь в любом случае, какие бы ни были... Придумал! У нас совершенно нет актера на роль дерева. Отлично! И все. Смотрите, артисты заходят, делают фа-фа, щирити, ча-ча-ча. Вот потом мертвая кошка, потом шик-шик-шик, и в конце... Секунду, а Арсений задаст вопрос, почему Шастун на коленях, или будет делать вид, что все нормально? Я бы попросил его. Можно уточнить все-таки, почему он на коленях? А вы... Что? А что не так? А почему вы... А что не так? Слушайте, сейчас сюда зайдет продюсер, и если увидит нас так, то встаньте. Как они нас увидят? Вот так? Ну, согласитесь, это странновато. Странновато? Ну, я не могу подняться. Да почему? Слушайте, вы издеваетесь над этим? Это какая-то проверка, скажите мне. Никакой проверки нет. Почему вы так стоите? Вы же вначале нормально стояли. Я же абсолютно нормально функционирую. Какая разница, какого я роста? Вот я хожу, смотрите. Ладно, вот, сделайте вот это движение. Ну, пожалуйста, вот это нет, движение. Это... Ну что? Вот это же другая нога. Ну какая другая нога? Нет, пожалуйста, вы... Ну, лунная походка, смотрите, какая замечательная. Вот я, пожалуйста. Нет, все, я... Вы встали? Нет. Я буду смотреть в окно до последнего. Ну, Евгений Павлович, не обижайтесь, сидите сюда. Да я не обижаюсь, вы мне... Это какая-то подстава, я вас взял сюда, рискуя всем своим коллективом и проектом. Секунда, у меня только единственная просьба. У вас есть какая-нибудь мазь? Что значит какая-нибудь у меня... Обширный выбор мазей?
Арсений найдет выход из ситуации или начнет увольняться? Арсений увольняться. Арсений увольняться. Куда вы складываете мази? Я ухожу! Оставьте мази! Посмотрим, как вы без мази поставите эту сложнейшую постановку. Подождите, вы руководитель, куда вы увольняете? Куда вы увольняетесь? Снимаю полномочия с себя. Хорошо, передайте их мне. Я не могу. Почему? Стоп. Арсений передаст полномочия или зажмет их все-таки? Да. Что да? Передаст. Передаст. Да забирай. А я стоять. Я теперь как руководитель нанимаю вас танцором. Ну-ка подошел сюда. Вот сейчас мы поставим мюзикл «Кошки». Во-первых, это будут кошки эти, манчикины с короткими ножками. Садись. Вот такой мюзикл «Кошки». Какие кошки? Ну, мальчики, как они называются? Мальчики. Кошки-мальчики, они маленькие такие. Кошки-мальчики? Ну, мальчики, что вы меня путаете? Есть мейкун, сиамская, мальчикин. Антон продолжит перечислять виды кошек? Или все-таки остановится? А есть еще? Конечно. Давай, продолжай. Манчкин, это маленькая такая, которая ходит. Веслоухая сибирская. Да. Это у нее огромные уши. Зачем вы мне объясняете? Я кошатник. Снег загребать, снег. Она же сибирская. Ньюфаундленд. Это помесь с собакой. Я понял. Они такие очень интересные. Угу. До каких пор вы будете игнорировать персов? Персы были действительно мощные воины, но к кошкам не относятся. Да у меня всегда пальто в этих длинных шильдах. Они в итоге сделают какую-то связку танцевальную или ничего не получится? Обязательно. Получат? Обязательно связку. Ну, руководите. Разговоры. Руковожу, конечно. Руководите. Руковожу. Руководите. Ноги врозь. Врозь. Становимся вот так. Ага. Первое движение я позаимствовал у короля поп-музыки Майкла Джексона. Мы делаем вот так. А потом делаем ау! Вот так вот. И потом падаем на лапки. Секунду. Угу. Я вынужден признаться, что это гениально. Стой, со мной вместе. Извините, куда ты? Извиняться. Раз, два, три. Хоп! И падаем на лапки. Да падаем со мной. Все вместе. Мне бы попить. А шерстью поблевать тебе не надо? Встань сюда. Попить ему надо. Мы не настоящие кошки. Это всего лишь мюзикл. Поехали. Подсчет три. Раз, два, три, четыре. На пять надо было, а? Прости, ладно. На пять. Прости. Я самодур. Как что хочу, то и делаю. На пять. На шесть падаем на лапки. Спасибо большое. Тихо. Готовы? Готовы. Готовы. Раз, два, три, четыре, шесть. Это проверка была. Проверка была. Вы издеваетесь? Вы издеваетесь? Если я не подхожу вам, так и скажите. Если честно, ты нам не подходишь. Вот и все. Вот и все. Ну-ка давай, шуруй отсюда. И уйду. И уйди. И уйду так, что вы это запомните навсегда. Достаточно. Хватит. Все, стоп. Это Мигель, это импровизация, это самое лучшее шоу на планете Земля и великолепный ведущий. Здравствуйте, кто только что присоединился. Звуковая викторина, так называется наша следующая импровизация. Антон Шастун будет ведущим в шоу. Есть у нас три участника, пожалуйста, проходите, проходите. Ты будешь гость этого шоу, но от тебя требуется только звук. В какой-то момент ты будешь издавать звук, мы его запишем, а ребята должны будут на этот звук реагировать. В общем, Шастун там все сгенерит. Но вначале давай придумаем им три фамилии, которые как-то связаны со звуками. Вот Арсению, допустим. Звонарев. Звонарев. Сергей. А Пушкин. Пушкин. Нормально. Пушкин. Есть же Пушка. Она же гремит. И, пожалуйста, вот еще последний замечательный человек с лицом дельфина. Кричалов.
Кричалов. Прекрасно. Да. Замечательно. Все, поехали? Да. Начинаем? Шастун, заводи. Ну так поехали! Вы слышите моего сердца стук? Это шоу «Что это за звук?» В этом шоу, как всегда, три участника угадывают, а что это был за звук? Давайте с ними познакомимся. Первый участник – актер Арсений Звонарев. Здравствуйте! Арсений, с каким звуком будете играть сегодня? Блин! Отлично! Какой вы горбатый! Ну что ж, давайте познакомимся с участником номер два – Сергей Пушкин. Здравствуйте! Здравствуйте! Сергей, с каким звуком будете играть? Заряжено, не стреляет. Какой современный участник! И участник номер три – Дмитрий Кричалов! С каким звуком будете играть? А? Нормально! Ну что ж, три участника будут угадывать, что это за звук, а кто будет генерировать для нас звуки? Конечно же, сегодня это Мигель! Ну что ж, первый раунд, и нам нужен первый звук. Чао! Итак, что это за звук? Наши участник номер три, что это за звук? Человек хотел на красоту сказать «чао» и лоханулся. Чао. Ну и типа. Нет, не он. Нет, похож. Не он. Нет, это да не он. Да хорош. Это не он. Быль. Участник номер один, что это за звук? А, женщина-продавщица хочет узнать, будете ли вы что-нибудь... Чао. Я вас понял. Это один балл. Но это неправильный ответ. Я просто даю вам один балл. Сергей Пушкин, у вас есть вариант? Заряжен, не стреляет. Сергей Пушкин, что это за звук? Друзья зовут к своему китайскому другу. Чао. Тоже не похоже. Нет, Арсений в этом раунде побеждает и получает один балл. Мы переходим к следующему звуку. Дмитрий Кричалов, что это за звук? Павел Воля смотрит свои выступления. Участник номер один, что это за звук? Бык Осеменитель впервые увидел свое стадо, свой табун. Вы уверены, что у быка Осеменителя табун? Я хотел сказать, у коня. Ну что ж, по мнению участника номер один, бык трахает лошадей, а мы продолжаем. Сергей Пушкин, что это за звук? Заряжено не стреляет. Если я не ошибаюсь, да. Это вот когда Тарзан забыл, как кричать. Ну нет, Дмитрий Кричалов, третий вариант. Да, что это за звук? Возможно, этот человек хотел открыть ООО и переборщил. Это абсолютно правильно, да, вы зарабатываете один балл. Блин. Но если вы слышите, как ломается бамбук, то это шоу «Что это за звук?». Мы переходим к следующему звуку. Заряжено, не стреляет. Сергей Пушкин, что это за звук? Тарзан вспомнил. К сожалению, это неправильно, нет. Дмитрий Кричалов, что это за звук? Предложил жене поехать на Гуа, и она отреагировала. Гуа. Она? Это очень похоже, но нет, к сожалению, неправильный ответ. Блин. Арсений Звонарев, что это за звук? С каким звуком я снимаю сапоги в конце рабочего дня? Гуа. Но это абсолютно правильный ответ, конечно! Я вижу, ты сделал лифтолук. Это шоу «Что это за звук?». Мы переходим к следующему звуку. Я напомню, это призовой звук. За него можно получить 10 тысяч очков. А! Дмитрий Кричалов, что это за звук? Трыха-ха! Тры! Та-та-та-ра! Это абсолютно верно, конечно! Это же очевидно было. 10 очков у участника номер три. Ну что ж, хорошо. Мы переходим к финальному раунду. Финальный раунд. И перед финальным раундом я попрошу вас действовать без рук, потому что это шоу «Что это за звук?». Итак, финальный звук. Самый сложный, самый отточенный. Слушайте очень внимательно. Заряженно не стреляет. Участник номер два, ваш вариант.
А. И. Б. Сидели на трубе. Я напомню, что в этом раунде я должен принять 3 варианта от 3 участников. И только потом скажу, какой правильный. Ваша поговорка в лидерах. Детская считалка наркомана. А, И, Б. Да, это очень близко. Это очень близко. Итак, нам нужно узнать варианты от Арсения Звонарева и Дмитрия Кричалова. Вот бы услышать еще раз звук. Конечно, мы его услышим. Неужели вам это ничего не напоминает? Это же на поверхности, но... Неужели вам не кажется, что что-то... Быль! Участник номер один, ваш вариант. Бабушка не успела вписать в завещание никого. Это тоже очень хороший вариант. Он принимается, Дмитрий. Я напомню, что баллы до этого не имеют значения. Все? Вообще все. Блин, у меня было 2. От того, что вы скажете, зависит судьба нашей передачи. Иначе у меня будет 0. Иначе у вас будет 0. Я согласен. Вы согласны? И я напомню, в нашем финальном раунде тот, кто согласен не отвечать, тот и побеждает. Вы побеждаете в нашем шоу! Я по образованию физрук, а это было шоу «Что это за звук?» Увидимся через неделю. Пока! Случай. Финальный сезон самого народного сериала даст ответы на все вопросы. Что за битва экстрасенсов? Вы реально в это верите? Выйдет ли приложение для знакомств или ему конец? Пароль. Мне нужен пароль, ты слышишь меня? Придет ли в себя инвестор после падения с обрыва или все, финиш? Есть динамика? Да непонятно, то улыбается, то стонет. Ты его реабилитируешь или творяешь? Что не то? Сохранит ли Маслов место участкового или финита ля комедия? Садитесь в машину, поедем в участок передавать мне дела. А если нет? А если нет, поедем в участок на 15 суток. «Жуки. Финал» с 5 декабря в 8 вечера. Премьера на ТНТ. Это импровизация «Дебаты». Дебаты! Вау, 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 вау. Правила. У нас есть 2 представителя партии, которые мы придумаем. Они сейчас встанут к своим трибуночкам. Пожалуйста, проходите, пожалуйста. Пожалуйста. Она нагрета. Мы загадаем, кто из какой партии, а они в процессе должны будут догадываться. Каждый раз, когда они ошибаются, стакан воды в лицо. На-на! Сереж, надевай наушники. Мы придумаем, из какой партии ты. Так, назови любую букву. Букву любую? Да. Ж. Ж. Давайте придумаем на букву Ж любое... Что за жесть? Прям любое. Слушайте, а зачем придумывать, да? Партия жмотов. Нет. Да. Жадных. Пускай он просто будет из партии буквы Ж. Пост? Партия буквы Ж? Да, из партии буквы Ж. Партия буквы Ж. Настолько мы уже это... Все проще и проще. Конечно. Хорошо. В следующем выпуске будет партия. Мы все. Точно? Да, конечно, все. Молчим, не говорим. Какое главное должно быть качество у хореографа? Самое главное качество у хореографа, ну, наверное, все-таки уметь творить вместе с танцовщиком. Одним словом? Коллаборативность. Давайте так, что он из партии коллабораций. И Шакира с Бейонсе. Дамы и господа, дебаты прямо сейчас, здесь. Здравствуйте. Здравствуйте, коллега. Я предлагаю объединиться. Я не могу с вами объединяться. Я видел, как до нашей передачи вы заходили в мужской туалет.
Это нормально. Это ненормально. Очень скоро наша партия запретит все мужские туалеты. Ну что ж. Ну что ж. Давайте приступим к дебату. Давайте. Да? Вот, между прочим, наша партия тоже не против запрещения мужских туалетов. Но я хочу, чтобы мужские туалеты объединились с женскими туалетами. И чтобы писсуары были немного ниже, чтобы и дамы могли их использовать. Вы партия сраный толерант? Не говорите при мне слово толерантность. Хорошо, хорошо. А что, если я скажу, что очень скоро мы переименуем азбуку? Потому что мы считаем некорректно называть книгу по первой букве. Другие буквы тоже достойны быть названий. Как вам моя рваная мысль? Вы партия какой-то определенной буквы? Что значит какой-то определенной? Не может быть определенная и какая-то. Ну буква «Ж»? Вы партия буквы «Ж»? Сухой! Он сухой! А я говорил, ведь нашу партию сначала хотели назвать... Я говорю, ну давайте чуть-чуть усложним. Они говорят, ты там дебил напротив вас. Давайте буква «Ж». Между прочим, Бьонсе и Шакира мечтают вступить в нашу партию. Бьонсе и Шакира? Бьонсе и Шакира. И мы, в принципе, не против. Это наши новые депутаты. Вы партия объединений? Каких объединений? Вы где живете? В СССР? Че, в рот, в рот? Я хочу посмотреть. Наша партия предлагает убрать из светофора красный и зеленый. Как бы... Желтый же, очевидный цвет. Может, скажете, какая вы партия? Я с удовольствием скажу. Вы партия... Ну, вы все соединяете, как дурак. И? Что? Вы партия соединительных... Соединительных... Гласных, ладно, хотел сказать. Наша партия любит фильм «Борат» и пить кока-колу. Что? Это вы просто мне рассказываете факты из жизни. Да. Благодаря которым... Вы, кстати, вступаете тоже в нашу партию. Так вот. Вы партия... Вы партия... Мысли. Вы партия... Почему «Борат» и «Кока-кола»? Что? Вы партия Казахстана? В нашей партии еще есть одно наказание. За неисследование... правилам нашей партии мы берем кол. Вот. Надо кол брать и прям на него сажать. Вы сажаете на кол. Только для того, чтобы вы понимали. Вы КПРФ? Сажайте. Давайте сразу. А что вы не сказали, что как-то это вот мы кол соединяем с человеком? Вы что соединяете? Бьонсе, Шакира. Вот смотрите, вы... Шакира, которая. Другая Шакира. Вы партия буквы «Ж». Да. Вот. Я предлагаю вам совместно с нашей партией
сделать какой-нибудь, может быть, трек записать. Вы опять объединяетесь с кем-то. Вы партия... Это принцип нашей партии. Вы партия коллективизации. Коллективизации. Давай, мы, между прочим, современная партия. Современная. Не... Вы партия коллабораций. Мигель в импровизации! Мига, ай. Осталось только импровизированно попрощаться. Так, давай, выходи ты вперед. Арсений, ты сюда, я сюда. Встаем галочкой. Галочки. Встаем галочкой. Встаем галочкой. Делаем вот это? Встаем галочкой, да. Все, мы танцевальный коллектив, вслед за Мигелем синхрон. Поехали! Концерты, 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 концерт. Концерты, 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 концерты. Смотри концерты на ТНТ. В воскресенье в 9 вечера. Премьера.